Еще раз доброе утро, наши дорогие телезрители. Эфир продолжается, и впереди самое интересное, поэтому спешу представить наших гостей. Дэви и Эмили Санчес, велосипедисты из Франции, и Дима Ишалиева, директор общественного фонда Сантера. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Рада приветствовать вас в нашей студии. Как ваши дела, как ваше осеннее настроение? How do you guys feel? How do you... like the fall in Kyrgyzstan. We are very happy to be in Kyrgyzstan because we love nature and mountains, and it's a country of nature. Мы очень рады быть в Кыргызстане. Нам очень нравится природа, и в Кыргызстане просто удивительно прекрасная природа. Замечательно. Ну, вообще. Эмили и Дэви из проекта Bike Up and Down поддерживают международную поездку, верно, на велосипедах. Расскажите, пожалуйста, о цели. So we ride bicycle from France for sport inclusion. Мы едем на велосипедах с Франции, и это как бы спортивная инклюзия. We never take an airplane for this moment. До сих пор мы не летели на самолетах вот в этой поездке. And in every country we try to play sport with people with mental disability, with Down syndrome. И в каждой стране мы стараемся как бы вовлекать в спорт людей с ментальными особенностями и синдромом Дауна. Yes. We want to tell to the society the people with disability, with Down syndrome are like us. Мы хотим, чтобы общество увидело, что люди с ментальными особенностями, синдромом Дауна, такие же, как и мы. Замечательно. Ну, хочется спросить о сроках, да, когда вы начали свое велопутешествие? When did you start your traveling? We started in June 13th, 2021. Мы начали свое путешествие 13 июня 2021 года. Ого! Действительно, на самом деле, удивительно и круто то, что занимаются таким делом, развитием не просто, да, знаете, ментальности, но и спорта. И такой вопрос ввиду этого. Такие классные, яркие футболки. Хочется спросить, почему именно эти цвета? Why did, choose these colors for your t-shirts? They're very bright. Because we ride bicycle and we need for the car. Car drivers. Too. For the car driver. And we have different color because we ride for the difference. We are different, but we are a couple and we are in love. Вы можете, конечно, наши яркие цвета из-за того, что мы едем на велосипедах, и нам важно, чтобы водители нас видели. И у нас майки одинакового цвета, но разные по дизайну, потому что мы хотим показать, что мы все люди разные. И несмотря на нашу разницу, мы семейная пара, мы влюблены в друг друга, поэтому хотим вот это тоже, да. Между собой. Ну, на самом деле, замечательная идея. Хочется еще спросить, в каких уже странах побывали? What countries have you visited? Yes. So we visited a lot of countries in Europe, Germany. Мы побывали во многих европейских странах, в Германии. Austria. Словакия, Hungary. Австрия, Словакия, Венгрия. Румыния, Молдова, Украина. Румыния, Молдова, Украина. Турция. Джорджия, Азербайджан. Грузия, Азербайджан. Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. На Киргизстан. Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и вот сейчас Кыргызстан. Отлично. Ну, а где вам больше всего понравилось? Where did you like the most? What country did you like the most? For the nature and landscape, it's Kyrgyzstan. Природа и вот ландшафт очень удивительный в Кыргызстане. Ну, спасибо большое. Я вам скажу так по секрету, у вас не было других вариантов. You couldn't choose any other options. Yes. But for the life, it's Turkey. Turkey, yes. Жизнь нам очень понравилась в Турции. Потому что там насыщенная, такая бурная, мне кажется. Because it's so active. And yes. So, yeah.
Ну, конечно же, да, действительно, исторические достопримечательности, они богаты этим, вкуснейшая еда. Чем можем и мы похвастаться? Что больше всего понравилось вам в Кыргызстане? What did you like the most in Kyrgyzstan, except for nature? Except for nature, the food? Еда очень понравилась. Mm-hmm. Кроме природы, конечно, еда нас тоже покорила. Лагман, ашленфу. And the animals, we see many animals, many, you have beautiful farm. Очень красивые фермы здесь, мы видим очень много домашних животных. And we like Исыккул. Да, и, конечно, Исыккул. Отлично. А как давно вы в Кыргызстане? How long have you been in Kyrgyzstan? 40 days. 40 дней уже мы здесь. 40 дней, и до какого числа они у нас пробудут, и какие работы уже сделаны в течение этих 40 дней? So what have you accomplished in 40 days, and how long you will stay here when you... We stay a long time in Osh. We we met one association Efrat, and we met another association in Osh. We played with children with Down syndrome, Sentera, and after we ride by bike to Isikul Lake. I did aquathlon in Isikul. Then we are today in Bishkek to do many activities with Sentera. We stay in Tokmok in a center with old people with mental disability. Мы были в Оше, долгое время, и там мы познакомились с двумя организациями, Эфрат и организация, которая работает с детьми с синдромом Дауна, это называется Сантера. Также потом мы были на Исыккуле с другими организациями, которые работают с людьми с инвалидностью. Также я там занимался акватлоном, и мы жили в Токмаке в доме для людей с инвалидностью, как в интернате для людей с инвалидностью несколько дней. Отлично. Расскажите, пожалуйста, как проходили работы, да, процесс работы, что в нее включалось, как вообще проходит работа с, скажем так, солнечными детьми? What do you do? How do you work with these organizations, or how do you work with people with Down syndrome, just in general? What do you do? We, for example, in Osh, we do just a little fitness time. В Оше мы проводили фитнес для детишек. So it's little children, so we do just animation, touch the nose, touch the teeth, for example, touch your legs to explain the body. Например, мы проводили фитнес с маленькими детьми, и мы просто их учили частям тела, да, например, где ваш носик, где ваши зубки, потрогайте коленки, вот, чтобы они тоже знали свое тело. But after we do like with other children, we draw, we read a book, we cook together. So we have no children, but we do with like other children, it's the same. Ну, как и со всеми другими детьми, мы с ними рисовали, читали книги, готовили еду. У нас у самих детей нету, но для нас вот эти детки становятся как бы нашими детьми. Ой, как мило на самом деле. Ну и хочется спросить, как вы вообще пришли к этой идее? Как так получилось, да, действительно, посвятить все это время этому делу и... быть в этом деле. How did this idea come to you to bike for the purpose of raising awareness for Down syndrome and mental disabilities? Because we think in the society a lot of people talked about people with physical disability and they adapt the pavement, for example, or the shops. But the people don't talk a lot about people with mental disability because a lot of times they are ashamed of the people, they hide the people, they are afraid of them. And we want to tell, be confident in people with mental disability. They have the same rights. They can do all what you do, sport, music, go to school, work. Дело в том, что вот мы часто слышим про людей с физическими особенностями, да, с физической инвалидностью. Мы говорим о том, что надо строить пандусы, нужно делать там вход, да, в магазины, еще куда-то, чтобы люди могли на колясках туда заходить.
Но часто именно люди с ментальными особенностями, с синдромом Дауна остаются как бы за бортом. Да, их стесняются, их прячут, о них обычно не говорят. Угу. И мы вот хотим своим таким делом, да, показать этим людям с ментальными особенностями, синдром Дауна, чтобы они были уверены в себе, mm-hmm. что они могут делать то же самое, что и любой другой человек, заниматься спортом, музыкой, учиться в школе, работать и так далее. And we want to do a big travel, a long, long time, but we want to travel with a sense. So together we like to travel and we like sport, mm-hmm. and we want to explain what is sport inclusion, because we see American men. He did a triathlon with Down syndrome. Mm-hmm. И мы вообще, как семья, очень спортивные, мы любим путешествовать. И у нас всегда была мечта поехать в какое-то долгое путешествие. Mm-hmm. Но мы не хотели путешествовать просто так, мы хотели путешествовать со смыслом. И тоже мы получили вдохновение от одного парня из Америки, который принял участие в триатлоне, у него был синдром Дауна. То есть он вот сделал, да, это. Mm-hmm. И мы подумали, что мы можем вдохновить многих людей на такие действия, да, на такие достижения. And for that we sold the house, because we are a normal couple, we have not so many money, but we sold the house to pay the travel during 2 years. Perhaps. Мы обычная средняя семья, мы не богатые, поэтому для того, чтобы путешествовать, чтобы у нас были финансы, чтобы путешествовать в течение 2 лет, мы продали свой дом, вот, и вложили вот эти деньги в путешествие, в то, чтобы помочь людям с ментальными особенностями и синдромом Дауна. Ну, огромная вам благодарность, наверное, за такое дело, за то, что безвозмездно занимаетесь таким действительно благим делом, которым мало кто занимается, потому что действительно большое внимание обращают на малоимущие семьи, на детей с физическими особенностями, но с ментальностью нам действительно принято не говорить об этом, как-то скрывать, и они, на самом деле, мне кажется, тяжелее всего родителям. Вот, Дина, расскажите, пожалуйста, у вас проводятся ли какие-то семинары, да, встречи с родителями? Безусловно, да. А наш фонд занимается тем, что поддерживает семьи, где растут дети с синдромом Дауна. У нас в семье 2 таких детишек, дочке 11 лет и сыну 6 лет, мы его усыновили. И вы абсолютно правы, что самое первое давление оказывается на родителей, поэтому у нас есть психологическая поддержка родителей, то есть мы встречаемся, мы рассказываем родителям, что они не одни, потому что часто, когда рождается такой ребенок, родители думают, что ни у кого больше нету, хотя синдром Дауна — это самая наиболее распространенная генетическая особенность среди вот всех особенностей. Да, мы проводим семинары, мы проводим школу родителей, вот, ну и очень много мы консультируем людей или вот один на один, или через чаты различные. У нас также есть сайт, где, в принципе, вот мы перевели много информации именно на кыргызский язык, для того, чтобы люди в регионах могли читать о развитии своих детей и развивать их дома. Отлично. Ну, следующий вопрос хочется спросить. Вот ребята начали путешествовать 2021 года с июня. Ну и это, естественно, момент, когда коронавирус COVID-19 начал спадать, конечно, на тот момент. Тем не менее, вспышки на тот момент были еще актуальны, были карантинные режимы. Как они в тот момент путешествовали? She would like to ask you, how did you started your travel in June of 2021, how did COVID affect your travel? How about quarantine and other things? Yes. Have you had difficulties? We have no difficulties, but at the beginning, just in Azerbaijan, because the land border were closed. So we have a special authorization by the Azerbaijan government, because we did this project. And after, yes, we have to ride in China, but China is closed by COVID situation, so we have to take an airplane. Mm-hmm.
Да, в общем-то, мы не столкнулись с огромными какими-то проблемами. Единственное, что вот в Азербайджане на тот момент была закрытая граница, и нам пришлось просить специального разрешения от правительства, от государства, чтобы нас впустили в страну, и нас пустили именно из-за того, что мы занимаемся этим проектом. И вот еще одно препятствие такое вот получилось. Мы до этого не летали на самолетах во время вот нашего путешествия, но из-за того, что сейчас границы Китая закрыты, мы не можем ехать на велосипедах, поэтому нам придется лететь. Вот. Пришлось именно только в Китае, получается, сесть на самолет. Да, то, вот сейчас, когда они закончат пребывание здесь и в Казахстане, они полетят. А полетят куда, получается? Where will you fly? South Korea. В Южную Корею. И дальше продолжат. Ну, хочется спросить, до какого маршрута хотят ребята долететь, да, ездить на велосипеде, и каков такой конечный пункт? Where will you go next? What countries will you visit after South Korea? And what will be your final destination? Yes. So after South Korea, we go to Vietnam, maybe Singapore, Australia. После Южной Кореи мы поедем во Вьетнам, потом, наверное, в Сингапур, в Австралию. And the final destination is New Caledonia. New Caledonia is a French island. И наш последнее такое будет место – это Новая Каледония. Новая Каледония – это остров, который принадлежит Франции. Near Fiji Island, near Vanuatu, near New Zealand. Недалеко от Новой Зеландии, островов Вануату и Фиджи. Ну, я так полагаю, там они остановятся. Will you stay there and live there? Or will you go back to France? No, we go back to France. Нет, мы поедем назад во Францию. Все-таки, да? It's a paradise, but we have to come back because we have still our parents. Да, это, конечно, рай, вот считается, вот эти острова, но мы должны вернуться назад, потому что наши родители еще живы, и мы должны быть рядом с ними. Да, конечно, замечательно. Ну, Дина, вопрос, наверное, к вам. Какие мероприятия планируются на ближайшие время. Наверное, можете, пожалуйста, сказать пару слов родителям именно этих солнечных деток? Ну, конечно, хочется в первую очередь ободрить родителей и сказать, что не все так страшно. Дело в том, что люди с синдромом Дауна могут жить полноценной, хорошей жизнью. Самое главное – принимать, любить таких детей. Тоже очень важно родителям помнить, что безусловно, этим детям нужно внимание, но не нужно забывать и про других детей, про других членов семьи. То есть лучше и гармоничнее всего дети развиваются именно в рамках семьи, когда к ним относятся, не выделяя их. Отлично. Вот, например, мы дома говорим, да, что у нас дома справка об инвалидности не прокатывает ни для кого. Посуду надо мыть. Мой, всем. Да. Отлично. Вот. И, ну, какие мероприятия? В общем-то, сейчас у нас работает центр для детишек с синдромом Дауна. Если есть необходимость, родители могут обратиться, конечно. Также вот консультации какие-то. На следующей неделе у нас будет фотопроект, когда мы будем делать много фотографий, да, для именно вот с нашими детьми, для того, чтобы повысить больше осведомленности общества. Отлично. Спасибо большое. Ну, дорогие телезрители, спешу представить наших гостей. У нас в гостях Эмили и Дэви Санчес, Санчес, велосипедисты из Франции, и Дина Эшелиева, директор общественного фонда Сантера. Вам огромная благодарность.